создать робота теперь может даже ребенок. И учат этому в специальных школах робототехники. Заниматься дети могут уже с 5-6 лет. Три кита робототехники – это конструирование, программирование и электроника. На занятиях дети изучают основы физики, математики, кинематики, знакомятся с понятиями энергия, трение и так далее. Кроме того, такие занятия для детей младшего возраста отлично развивают мелкую моторику рук, что впоследствии положительно сказывается на их психическом развитии. Начинают обучать робототехнике с самого простого. Дети изучают, что такое детали и как правильно их соединять. Далее процесс становится более сложным. Ребята переходят на конструирование с мелкими деталями. Очень важно, что на занятиях дети получают и так называемые soft skills, то есть учатся работать в группе и в паре, помогая друг другу. Мы строим модель на соревнованиях. Мы обзавелись друзьями и устраиваем всякие соревнования, ну, по гонкам, роботы сумо. Следующий уровень – программирование. Ученики с помощью наборов лего и программ выстраивают алгоритмы, анализируют ошибки и пишут свои первые проекты. Металлическая робототехника – более сложный уровень конструирования. Здесь к конструкции присоединяются моторчики и электросхемы. Я занимаюсь уже не так давно. Уже научилась программировать и конструировать. Робототехника – это одно из самых перспективных направлений будущего. Об этом говорят и ученые-футурологи, и карьерные консультанты. Так что помимо хобби, вполне возможно, что это станет для ребенка любимой работой в дальнейшем.